Кузнецова Татьяна Владимировна, балетмейстер, художественный руководитель образцовой студии танца «Веснушки». Награждается Маркачев Александр Вадимович, художественный руководитель арт-группы «Живые голоса». Награждается Кузнецова Анна Леонидовна, руководитель клуба исторических танцев «ПАДКТ». Центр культуры и искусства Лисицкой награждается Трошина Елена Владимировна, балетмейстер, художественный руководитель ансамбля эстрадного танца «Радуга Дэнс». Награждается Голодец Галина Генриховна, балетмейстер, художественный руководитель студии современного танца «Райнбоу» за творческий вклад в развитие Центра культуры и искусства Лисицкой в этом творческом сезоне. Награждается Санакоева Циурия Борисовна, руководитель ансамбля культуры народов Кавказа «Циурии» за творческий вклад в развитие Центра культуры и искусства Лисицкой. Заслуженный работник культуры Пьянкова Наталья Семеновна, художественный руководитель народного коллектива ансамбля бального танца «Юность». Награждается Голодец Диана Михайловна, руководитель студии современного танца «Продвижение». Награждается Думачева Милена Анатольевна, художественный руководитель студии эстетического развития «Праздник детства». Благодарственным письмом Центра культуры и искусства Лисицкой награждается Исакова Лейсан Ильясовна, руководитель танцевального коллектива «Орхидея». Награждается Верне Татьяна Юрьевна, руководитель студии танца «Арабески». Благодарственным письмом награждается Рассказова Ульяна Юрьевна, художественный руководитель вокально-хореографической шоу-студии «Счастливый день». Награждается Юсупова Файма Фахретдиновна, руководитель клубного формирования башкирского театрального коллектива «Едкар». Благодарственным письмом награждается Смагина Ольга Павловна, художественный руководитель школы эстетического развития для девочек «Сияние». Владимирович, будьте добры, своим руководителям. Дорогие друзья, давайте сделаем 5 шагов вперед, чтобы сделать общую фотографию, которая войдет в историю Центра культуры Верхосельского района и в творческую культурную летопись Верхосельского района. Thank you.
друзья, и пришло время для нашей замечательной финальной песни. В 21-м творческом сезоне в Центре культуры «Верх Исетский».